В новосибирских вузах запустили курсы русского языка для тех, кто планирует участвовать в тотальном диктанте. Занятия будут проходить каждую пятницу в университетских аудиториях с преподавателями гуманитарных дисциплин. В Сибирском институте управления на первый в этом году урок пришли больше 30 человек. Каждый из них написал предварительный диктант, чтобы педагог смог определить уровень образованности слушателей. Впрочем, по опыту прошлых лет начинать приходится с самых азов. Некоторые ученики, по словам сотрудников Академии, так входят во вкус, что и после получения результатов тотального диктанта стремятся стать более образованными. После диктанта у нас вот такой же поточной аудитории разбор ошибок, наиболее часто встречающихся, а потом расходятся, обычно приходят к нам на кафедру гуманитарных основ государственной службы, садятся за круглый стол и индивидуально с преподавателем, который у них читал, как мы его называем, диктатор, они разбирают свои ошибки. Занятия по русскому языку будут проходить каждую пятницу в Новосибирском государственном университете, Сибирском институте управления, педагогическом и техническом университетах.